Линию за линией фрезеровальная машина шириной 2 метра срезает старый асфальт на улице Аменева. С этого начинается ремонт дороги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Улицу обновят на всем протяжении от Московского шоссе до Новосадовой. Так как дорога соединяет между собой две важные магистрали, то днем здесь очень активное движение, поэтому работы выполняют ночью. Данный участок является очень интенсивно загруженным, поэтому наша компания проводит работы в ночное время, чтобы не создавать большие пробки на данном участке. После фрезерования здесь уложат асфальт повышенной прочности с устойчивостью к влаге, нагрузкам и перепадам температур, а также отремонтируют люки 32 смотровых и 12 дождеприемных колодцев. Они будут оборудованы антивандальными замками, чтобы в дальнейшем избежать краж крышек. На каждом этапе качество работ проверяют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». После уже укладки в течение суток-двух выезжает уже дорожная лаборатория, которая отбирает керны или вырубки из асфальтобетонного покрытия, которые в процессе испытываются. В случае, если данные керны проходят и соответствуют всем национальным стандартам, то данная дорога принимается. В случае, если какие-то есть нарекания, то подрядная организация выполняет замену, то есть снова укладывает асфальтобетонную смесь до достижения нужных показателей. Компания-подрядчик будет нести гарантийные обязательства в течение последующих 5 лет и при выявлении дефектов гарантийного характера обязана выполнять необходимые работы, используя исключительно свои материальные ресурсы. Андрей Горгуленко, Валерий Майоров. События.